Всем добрый день! Рада также приветствовать всех, кто здесь сегодня собрался. Можете отметить огонечком, если вы тоже рады видеть и вам интересна данная тематика, которая сегодня заявлена. Ну, спасибо, огонечки растут, очень приятно. Вас здесь много. Ну, у нас с вами не так много времени, и я постараюсь сегодня продолжить, наверное, да, тему, которую мы начали. Может быть, кто-то был на предыдущем вебинаре, который назывался, да, «Как распознать психологическую травму ребенка», да, какие есть способы, на которые мы с вами познакомились о том вообще, ну, что это собой представляет, как она формируется, откуда берется. Вот сегодня у нас такой акцент, когда мы будем говорить о том, а что же такое может быть во взаимодействии педагога и ребенка, что может нанести ему определенный психологический вред. Вот. Здесь я, наверное, немножечко, да, вот повторюсь, если как бы вот кто-то у нас не был на предыдущем вебинаре, кто вот только-только присоединился, да, и начинает только входить в эту тему, может быть, еще даже, ну, не имеет представления о том, что такое психологическая травма, то такое небольшое введение сделаю. Ну, давайте скажем сразу, да, так, о том, что мы, конечно, всегда беспокоимся, как педагоги, как родители, о том, как бы сделать так, чтобы у нашего ребенка было все хорошо, да, чтобы вот никак его не травмировать, чтобы он вырос счастливым, здоровым, чтобы у него не было никаких психологических травм. Сразу скажу, дорогие коллеги, что это невозможно, да, потому что сам процесс нашего роста и развития, он сопряжен с определенными кризисами. А кризисы сопряжены с определенным стрессом. И иногда этот стресс может выходить за рамки некого нормального и быть достаточно травматичным. Но не любое стрессовое событие является травматичным. Для этого нужно несколько условий. Так что же мы будем называть психологической травмой? Это определенное жизненное событие, которое очень затрагивает человека. В любом, да, на любом уровне развития, в любом возрасте, мы в частности с вами будем говорить про ребенка, поэтому так скажу, да, что это какое-то стрессовое событие, но которое является непереносимым. То есть вот на настоящий момент своего развития у меня нет еще ни механизмов защиты, у меня нет тех способов реагирования, у меня нет подобного опыта для того, чтобы с этой ситуацией справиться. И вот в такой истории наша психика нам помогает справиться таким образом, что защищает либо очень жестко, либо может даже расщеплять нашу психику, да, включать такие достаточно суровые механизмы защиты для того, чтобы сохранить эту внутреннюю целостность. И, конечно же, это событие доставляет очень серьезные страдания, которые впоследствии могут остаться внутри. А вот здесь я хотела бы сделать акцент, да, что не любое, даже очень сильное травматичное событие станет психической травмой, которая будет в будущем влиять на жизнь человека, да, на принятие решений, на построение отношений каких-то. Но есть определенные события, которые так или иначе будут оказывать воздействие. Вот для того, чтобы вот даже травматичное событие стало таким серьезным и сформировалось в психологическую травму, нам нужно два фактора. Первый фактор – это угроза жизни, угроза психики, то есть угроза своему существованию. То есть ребенок воспринимает это как то, что это угрожает его жизни. И второй момент, который у нас есть, это абсолютная беспомощность перед лицом стрессора, агрессора или самого же события. То есть есть что-то, что я не в состоянии вынести, и есть второй факт, я ничего не могу с этим поделать. Вот тогда мы будем говорить о том, что да, формируется определенная травма. Ну и, конечно же, в этом контексте нам наиболее, так скажем, сенситивным и актуальным является процесс развития. Почему именно дети подвержены травмам? Почему, ну, как бы взрослые в меньшей степени? Все достаточно просто. У нас есть периоды сенситивности, есть периоды восприимчивости различных, скажем так, социальных вредностей, которые существуют. Допустим, если мы возьмем возраст ребенка 1,5 года и возьмем возраст ребенка 4 года, то одно и то же событие, которое произошло в 1,5,
и которое произошло в 4, совершенно разным образом будет оказывать воздействие. То есть будут разные последствия. И вот эти вот последствия будут категоричнее в 1,5 года, если это связано с родителями. Вот на слайде у вас представлены типичные травматические ситуации для детей. Одна из самых травматичных ситуаций – это когда ребенок разлучен со своими биологическими родителями по разным причинам. Вне зависимости от того, хорошие родители, плохие ли родители, ухаживали ли они, не ухаживали ли они за ним. Но так или иначе, дети автоматически привязываются к тем, кто за ним ухаживает. Соответственно, у них формируется эта связь, и когда эта связь разрывается, это всегда очень болезненно и всегда очень травматично. Даже если это будет непродолжительный промежуток времени. И с этим мы тоже с вами в жизни сталкиваемся. Когда, например, мама выходит на работу после декретного отпуска. Когда ребенок идет в детский сад, да, впервые, например, сталкивается с другим социумом, с другими детками, и уже мама не находится в его поле. Но это закономерные кризисы, которые переживаются, которые проживаются, и если все правильно происходит, то есть в соответствии с природой ребенка, то никаких каких-то серьезных последствий не остается. Но, допустим, если в ситуации, когда ребенок идет раньше в детский сад, допустим, не в 3 года, да, не в процесс, когда у него идет сепарация от мамы, а идет раньше, допустим, в те же самые год и 8, да, в 2 годика, но он еще не готов к тому, чтобы маму от себя отпустить, вот тогда это будет травматичным событием. Когда мы отдаем ребенка к бабушке, там, на все лето малыша, того же самого 2-летнего. Я знаю, что есть такая практика, когда мама заканчивает грудное вскармливание, да, она для того, чтобы отлучить ребенка от груди, она отдает его, например, бабушке, да, отдает своей матери на определенный период времени, чтобы на молоко перегорело и чтобы ребенок привык. Так вот, друзья мои, это очень насильственное событие для психики ребенка. Лучше это делать в той же квартире, где вы живете, вы можете пригласить туда маму, да, вы можете с мужем это делать, вы можете это делать с няней, но, по крайней мере, чтобы он находился в тех же условиях. Тогда травматичности будет гораздо меньше. Когда ребенок подвергается насилию, ну, здесь, я думаю, даже не стоит обсуждать и акцентировать на это внимание, мы все прекрасно сами понимаем, как взрослые люди, да, что жестокое обращение есть в разных формах, и это, конечно же, травматичная ситуация для ребенка. Когда ребенком пренебрегают его интересами и потребностями. Это тоже формат жестокого обращения. Другой момент травматичных ситуаций – это когда ребенок длительное время живет, так скажем, в конфликте лояльности между двумя огнями, да, между двумя людьми, между теми взрослыми, кто его делят или кто его перетягивает с одной стороны на другую сторону. Когда ребенок подвергается издевательству, неважно с чьей стороны, это могут быть издевательства со стороны сверстников, это могут быть издевательства со стороны педагогов, это могут быть издевательства со стороны собственных родителей или родственников. Когда ребенок имеет физические недуги. И когда ребенок переходит из одной безопасной, допустим, дружелюбной семьи, да, в другую не менее безопасную семью. Что вот здесь вот на последнем тоже хотела бы немножечко, да, остановиться в формате того, что как это, да, если, например, ребенок, если взять тот момент, что ребенок переходит из опасных условий, да, допустим, плохие были какие-то ситуации дома, да, не занимаются им родители, плохо у него все, и он переходит в более хорошую семью, то вот это в любом случае травматичная ситуация. Потому что разрываются детско-родительские связи, это раз. Второй момент. Ребенок привыкает находиться в той среде, в которой он привык. И даже если с ним там обращаются не очень хорошо, то для него эта ситуация становится ситуацией предсказуемой. А предсказуемой значит безопасной. И, соответственно, в новой семье ему будет достаточно сложно адаптироваться. И когда родители говорят о том, что теперь ты в безопасности, ну или, допустим, родственники, которые принимают ребенка, то для него это слово «безопасность» звучит как опасность. Это как красный сигнал. Очень много сложностей связано с этим процессом перехода и процессом адаптации. Вот. Далее.
как воздействует травматичный опыт на ребенка. То есть почему мы уделяем вообще столько внимания детским травмам. Ну, я, например, как психотравматолог, всегда акцентирую на этом внимание. Это часть моей работы практически с клиентами. Ну, как ни крути, мы все с вами родом из детства. И если посмотреть, так или иначе, любой клиентский запрос, он уходит своими корнями вот в тот ранний опыт, который у нас был. Что же может происходить впоследствии? То есть как может воздействовать такой травматичный опыт на ребенка? С одной стороны, я очень часто слышу, знаете, такие мнения относительно того, что нас в детстве били, мы и выросли, да? Нормальные, хорошие люди, ничего страшного. Вот отметьте огонечком, кто слышал такую фразу, что нормально, это нормальная практика, что ничего страшного не происходит, если пару раз ребенка приложить там тапком или ремешком, это только способствует воспитанию. Вот. Вы знаете, тогда бы я спросила как раз-таки у этих людей, кто вам говорил, а когда вас прикладывали, вам как оно было? Скорее всего, человек скажет, ничего, нормально, или я не помню, я помню только то, что было после. А потому что в процессе уже было нарушение, и ребенок у нас попадает в такую фазу своей защиты, которая называется фаза замирания. Когда мы сталкиваемся с какими-то сложными жизненными ситуациями, у нас работают три эволюционных механизма, да, бей, беги, замри. Эти механизмы работают гораздо раньше, чем все наши наученные, выученные способы. Наша система защиты, она многоступенчатая. И вот этот вот эволюционный механизм, как бы вы ни хотели, чего бы вы ни знали, да, или я уже владею какими-то навыками определенными, все равно в первую очередь у нас будет срабатывать бей, беги, замри. Так вот, в процессе какого-то травматичного опыта или, скажем так, травмирующей ситуации, у нас организм выкидывает большое количество энергии, дает нам на то, чтобы реализовать реакцию «бей» или «беги». То есть мы, по сути дела, должны либо сражаться с этой ситуацией, которая есть, либо убежать из нее. Но вот чем травматичный опыт отличается от другого, тем, что эти реакции реализовать невозможно. Невозможно почему? Потому что агрессор – мама. А я не могу уйти от мамы, и напасть на нее не могу. Или потому что агрессор – близкий, знакомый человек. Или это может быть педагог, который своим авторитетом гораздо значимее и больше, и я никак не могу ему сопротивляться. Вот тогда мы попадаем в реакцию замирания. И вот эта вот реакция замирания, она нужна нам только на период для того, чтобы перегруппироваться. То есть реакция «замри» – это вроде как «прикинься мертвым», а потом все равно либо убеги, либо напади. Когда у нас есть вот такой травматичный опыт, то дети могут не выходить из этой реакции замирания. И она закрепляется. И, соответственно, в дальнейшей жизни, когда ребенок, допустим, уже выросший, да, человек, будет сталкиваться с некими похожими ситуациями, то он не сможет реализовывать вот эту реакцию «бей-беги». То есть он не сможет отреагировать так, как задумано природой. Он будет реагировать замиранием. А замирание – это замораживание. Это режим выживания. Это режим такой сигнальный. Да? Это когда наша вегетативная нервная система переключается на автономное функционирование. Когда мы не можем головой обработать эту информацию, мы не можем принять какого-то взвешенного решения, потому что мы функционируем, знаете, вот на таком уровне, на базовом, да, на уровне первичных настроек. И получается, что в процессе воздействия травматичного опыта мы формируем, почему я говорю мы, потому что у нас у всех, наверное, это бывало, мы развиваем какой-то ряд патологических стратегий реагирования. Вот мне хотелось бы отреагировать иначе, а я как будто бы не могу. И чем это мешает? Как это мешает в жизни? А мешает это тем, что мы начинаем свою жизнь выстраивать вокруг этого события, как бы обходя его, то есть не попадая туда. Есть люди, которые не могут конфликтовать. Вот могу сказать, что я, например, тоже из разряда этих людей, которые не конфликтуют. То есть я боюсь конфликта. Допустим, потому что в моем опыте это закрепилось как... Ну, нечто невозможное, нечто очень плохое, нечто такое страшное. И, соответственно, когда кто-то начинает сильно рядом ругаться и вот прям кричать, знаете, так вот в голос, сильно, да,
с эмоциями, то я попадаю в реакцию замирания. Какой выход из этого я нахожу? То есть моя психика. Так зачем конфликтовать? Не надо конфликтовать. Надо просто уходить сразу из зоны конфликта. Но так я буду ограничивать свою жизнь. Потому что доказать, например, свою точку зрения без конфликта невозможно. Отстоять свои границы без конфликта невозможно. Ну и постоянно избегать жизни конфликтов, это тоже не идти в плане продвижения. Так мы и получаем, что у нас у ребенка могут закрепляться абсолютно неадекватные реакции на какие-то адекватные ситуации, которые нам кажутся адекватными. Ну и, конечно же, это будет ограничивать саму сферу его реализации, сферу его предъявления миру. Есть несколько общих таких позиций, моментов, да, я вот тоже здесь, наверное, повторяюсь, что нужно знать педагогу отрадно. Много говорим об этом. Педагогическая профессия очень сложна. Она сложна и не только теми условиями, которые создаются в плане вот профессиональных компетенций, но она еще и сложна теми условиями, которые создаются в плане эмоциональной насыщенности. То есть я не знаю еще ни одной такой профессии, где было бы столько эмоциональных контактов и столько бы требовалось вложений в плане эмоций и в плане вот каких-то выстраиваний, да, взаимоотношений как педагогическом. Соответственно, это неизбежно приведет к тому, что педагог выгорит. Это нормально, это тоже защитная реакция психики. Мы все с вами люди, да, мы живые люди, мы не можем не реагировать. Поэтому сразу, да, вот первое правило, что вырасти без травм невозможно. Мы получаем травматичные события, мы справляемся с ним, и тем самым мы переходим на какой-то другой уровень, да. Тем самым мы с вами получаем новые способы, новые копинг-стратегии. Травмировать может любое событие, но при определенных условиях. Эти два условия я уже назвала. Поэтому один ребенок, у которого родители, допустим, да, постоянно там ругаются, выясняют отношения, он и на педагога спокойно будет реагировать, который будет на него кричать, или который будет при нем выяснять конфликт. И это вообще, в принципе, ну, никак не озадачит, и ничего такого не будет. А другой ребенок, который этого не видел, у которого родители живут на таком достаточно низком эмоциональном фоне, то есть он не видел ярких всплесков этих эмоций, особенно агрессивных эмоций, то для него это может быть травматичным событием. Он может совершенно по-другому отреагировать. Симптомы травмы нередко сопровождаются невротическими нарушениями и психопатологиями. Ну, это тоже такой момент, потому что когда мы попадаем в ситуацию замирания, то мы автоматически сразу останавливаем все процессы развития. А значит, чем дольше мы находимся в травматичной ситуации, или, допустим, ну, на нас действует агрессор, стрессор, да, который никуда не исчезает, мы не можем от него уйти, то у нас будут развиваться определенные нарушения, начиная с задержки психического развития, ну и заканчивая другими акцентуациями характера, которые могут формироваться в детском возрасте, а потом приходящими психопатологиями. Но по факту, когда мы начнем с этим работать, или то, что мы видим в нашем классе, или, допустим, в группе в детском саду, мы видим учеников, так скажем, средней, да, нормы, и видим учеников, которые отличаются там, каким-то, там, например, вызывающим поведением, то есть девиантным поведением. Так вот, когда у нас есть это девиантное поведение, мы же не разбираемся в причинах этого девиантного поведения. С другой стороны, оно, возможно, нам и не надо. Но его формирование, то есть то, что мы не видим ту травму, которая стоит за этим, да, которая привела к этому, а мы видим симптоматику, мы видим только то, что есть, да, что уже есть какая-то патология, что есть уже какое-то нарушение. Травматичные события, случившиеся с родителями, отражаются на детях. Это факт. Если родители попали сами в травмирующую ситуацию и даже не говорят об этом ребенку, ребенок все равно это переживает. Только переживать это гораздо хуже. Почему? Потому что я не понимаю, почему я это переживаю. Это история, когда родители, например, ну, взрослые, да, стараются не говорить всей правды ребенку, допустим, о его папе, да, или о смерти там, близкого человека, а стараются вроде как бы оградить его, да, что он еще маленький, ему не надо сталкиваться с этой болью, но сами внутри переживают, сами себе не дают страдать, сами не позволяют себе плакать при ребенке. Тогда у ребенка через какое-то время начинаются определенные срывы. И он не понимает, откуда он, почему с ним что-то не так, а он считает, что с ним что-то не так. Это вот такая реакция. Так, например, депрессия мамы может спровоцировать
ту же самую депрессию ребенка, да, вплоть до каких-то моментов, связанных с суицидальными мыслями. Полностью излечиться от психических травм невозможно. То есть травма как таковая не лечится, она закрывается. То есть мы становимся в какой-то момент способными, чтобы ее преодолеть, чтобы ее прожить, и так она закроется. Это как вы ручку порезали, да, и шрам остается. То есть у вас никогда рука уже не будет такой целой, какой бы она была. Она будет работать, она будет функционировать, но шрамик остается. И, возможно, где-то на какую-то погоду будет ныть, болеть или напоминать о себе. Помочь в преодолении травмы ребенку может только надежный взрослый. Ну, травмы отношений, они лечатся все в отношениях. Соответственно, чтобы нам закрыть какое-то свое травматичное событие, нам нужен надежный взрослый человек. И ключевую роль в формировании ребенка играет социальная среда. Бывают, конечно, и перинатальные травмы, да, и внутриутробные травмы, но речь сейчас не об этом, а о том, что, с чем мы сталкиваемся в жизни чаще всего. И, конечно же, по мере развития нашего, по мере того, как мы входим в социально значимый круг наших контактов, первую роль – это, конечно, семья, сверстники и школа. Вот в школе ребенок может получить, ну, достаточно большое количество травм, потому что это большой пласт и большое поле для разных социальных взаимодействий. Любое травмирующее событие хочет повториться. Но это особенность такая, которая говорит о том, что любая психика оставляет за собой здоровую часть внутри, даже если она очень травмирована. И вот эта здоровая часть, она обязательно хочет этот вопрос закрыть. Она решит. Хочет решить как бы, да, то есть то, что не решено. И поэтому вроде как будто бы прям какие-то события похожие притягиваются. Человек обычно говорит, блин, вот мне так не везет, да, что же на меня все сыпется, как из рога изобилия. То есть то одно, то другое, то пятое, то еще какое-то. И вот и все, но по одному и тому же месту. Ну, все понятно, потому что, ну, нужно это закрыть, нужно это решить. Оно не хочет там оставаться, оно не хочет оставаться и сидеть где-то в подвальчике. Ну, и травмирующие события замалчиваются детьми. То есть в определенном возрасте дети очень открыты контактом со взрослым, если эти контакты были безопасны. А вот если контакты были небезопасны, то тогда открыть, да, и попасть вот туда, во внутренний мир ребенка, становится очень-очень сложно. Самое опасное – это не то, что ребенку вот просто сложно рассказать, да, он может даже и не понимать что-то, а ему сложно довериться взрослому человеку, чтобы не получить осуждение и стыд. То есть, как правило, стыд – это одна из основных эмоций, которая регулирует формирование, да, вот этой вот травмы. Если на данный момент есть у вас какие-то вопросы, вы можете писать их в чатике, да, я при возможности на них отвечу. То есть ли у нас понимание? То есть поставьте тоже огонечек, понятно ли пока то, что я вам говорю, да, соотносится ли оно в контексте ваших представлений. Если есть что-то, ну, на чем хотели бы вы остановиться, или, может быть, есть у вас какие-то вопросы, тогда напишите в чате. А мы перейдем сейчас конкретно к той части, когда мы будем говорить о неких опасных словах или опасных действиях со стороны педагога. Ну, конечно же, это не только педагог, это и со стороны родителей, это и со стороны других взрослых, ну или вообще, в принципе, других людей. Но, тем не менее, акцент у нас на том, что мы говорим с вами о детском коллективе, да, в школе или в детском саду. Так что же это за действия такие? Вот есть одно такое плохое, да, скажем так, действие – это двойная ловушка или двойное послание. Возможно, вы слышали уже об этом. Это, естественно, на себе испытывали, скорее всего. Я предлагаю вам прямо сейчас такой маленький-маленький экспериментик, когда вы попробуете на себе. Вот сейчас там, где вы находитесь, просто заземлитесь, сядьте поудобнее, как бы расслабьтесь и попробуйте войти со мной в контакт. Я понимаю, что вы видите меня только на экране, но тем не менее, да, настройтесь, скажем так, и отследите свою реакцию. Я вам сейчас скажу с паузой буквально две фразы. И вот как вы среагируете на первую фразу и как вы среагируете на вторую? То есть какие у вас возникнут ощущения? Готовы? Итак, вот у нас сегодня, у меня в городе пасмурный день. Но мне достаточно тепло и уютно в вашей компании.
То есть поставьте реакцию, да, тоже какую-то там огонечком, например, или плюсиком, если у вас есть какой-то положительный отклик на это. Угу, вижу, вижу. Угу, спасибо, мне тоже очень приятно. Угу. Отлично. Ой, как мило, здорово. Отлично. А теперь вторая фраза, да? Тоже вот послушайте себя, послушайте себя. И потом дайте тоже реакцию. Вы знаете, у нас сегодня такая пасмурная погода, но, тем не менее, я рада находиться в такой теплой компании. Как это у вас отзывается? Ага. Так, 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 отлично. Угу. Ой, мне прям вот нравятся, которые вот эти вот озадаченные, да, у нас идут такие смайлики. То есть скажите, отличалось ли ваше ощущение вот от первой, хотя фраза была абсолютно та же самая, да? Отличалось по вашим ощущениям. Если вам удалось уловить это отличие, то поздравляю. Соответственно, вы поняли, что такое двойное послание. Что я сделала? Я, по сути дела, использовала только вербальный канал. Да? Я говорила одни и те же слова. Но чем это отличалось? Тем, что во втором послании я включила невербальный канал, который противоречит первому. То есть, с одной стороны, я вам говорю приятные слова, но мое лицо не выражает никаких приятных эмоций. То есть на лице у меня написано: «Господи, вы реально думаете, что я рада вас здесь видеть, да?» И вот как раз-таки вот этот нюанс и считывается. Вы больше, как и любое другое живое существо, да, интонация, конечно, ну, опять же, а суть вербального послания-то не меняется. Она нам дает то, что мы либо теряемся в этой ситуации, то есть что происходит, как мне реагировать, а что это сейчас было-то? Либо я чувствую это противоречие, но даже ведь ответить не могу, ну, потому что словами-то вроде бы все говорите. А есть еще и другой нюанс, когда если бы после вот этой вот фразы, да, и увидев ваши вот эти вот такие смущенные смайлики, или типа, а что это там такое, да, что-то непонятное, я бы вам еще сказала: а что это вы не рады? Я-то рада, а вы нет? Вы что, совсем невоспитанные люди? Как бы вы тогда себя почувствовали? То есть я бы тогда довела это двойное послание до своего логического завершения. Да? Это манипуляция. А в чем суть? Суть в расхождении, суть в противоречии. С одной стороны, человек нам говорит что-то хорошее, но его сообщение не конгруентно. Он не чувствует этого хорошего. Он не транслирует его невербально. И вот это противоречие, оно может быть на самых разных уровнях. Я предлагаю вам сейчас вот посмотреть, да, на экран и тоже попробовать отследить и посмотреть, насколько вам приятно, неприятно такое было бы слышать. Да? Это как раз таки моменты, связанные с педагогической деятельностью, да, с детьми непосредственно, что у нас происходит. Никогда ни на кого не ругайся и не давай себя оскорблять. Понял, не очень? Что здесь не так? Что здесь такого? То есть я, с одной стороны, из лучших побуждений говорю ребенку, что надо себя защищать, при этом что я делаю? Я его оскорбляю. Противоречие? Противоречие. Тоже, знаете, достаточно часто в свое время обучения тоже сталкивалась именно вот с этим моментом. Ты знаешь, вот у тебя здесь получилось очень хорошо. Вот здорово, да. А вот тут-то что-то ты не дотянул. Что, совсем не получается, да? Или что, совсем слабенький? Вот ты хорошо справился с задачей, а почерк подтянуть силёнок не хватило. То есть тут еще и издевка есть. С одной стороны, я тебя вроде бы как бы хвалю, ты молодец, у тебя получилось. А с другой стороны, я тебя унижаю. Так на что мне реагировать? На первую часть послания или на вторую? Знаете, самое интересное, что потом дети не реагируют. Они, да, совершенно верно, учат хорошему, используют обидные слова. Правда жизни, не спорю. На самом деле, вот мы живем в социуме, поэтому нам не получается всегда находиться в контакте с тем, что мы чувствуем, и говорить именно то, что мы чувствуем, потому что иногда просто это нельзя сказать. Вы не можете сказать там своему начальнику или директору школы: слушайте,
Марья Ивановна, да, вы знаете, у меня такая нагрузка колоссальная, что я просто настолько не вывожу, дайте-ка мне еще один отпуск, да? Или вы совершенно неправильно руководите коллективом, мы все выгораем, потому что это некорректно, хотя чувствуете вы это сам. Я поощряю, когда каждый ученик высказывает свое мнение, только не нужно говорить откровенных глупостей. Что с этой фразой не так? Я говорю, ребята, высказывайте свои мнения, конечно же это надо, только глупости я не люблю. А как я пойму, глупость я говорю или нет? А как вы расцените, мое мнение, оно глупое или какое? Дети же это тоже не понимают. Моя любимая фраза. Иди сюда, не мешай мне. Можно сказать, ой, я так тебя люблю, блин, отойди отсюда, ты меня сейчас бесишь. Другой пример. Ребенок бежит к любимой мамочке, да, там, нарисовал он свою картинку какую-то, сделал он какую-то подделку в детском саду, приносит ее. Мама равнодушно гладит по голове, говорит, да-да-да, это красиво, иди покажи папе. Папа занят, ему тоже все равно, говорит, да-да, прекрасно, молодец, иди покажи маме. Смысл мне стараться? Зачем мне что-то сделать? Дети чувствуют эмоции, им на слова иногда бывает глубоко все равно. Они больше реагируют на эмоциональный посыл. Какой ты сообразительный, Ваня. Эх, жаль, что характер у тебя вредный. С одной стороны, я опять хвалю ребенка, а с другой стороны, я его унижаю. Я ему говорю, что с ним что-то не так. Ну и тоже одна из распространенных фраз. Голова-то у тебя хорошо думает. Вот только руки растут не с того места. Вот в этой в последней фразе. На что вы больше обратите внимание? На первую часть или на вторую? Отметьте циферкой. Вторую. Угу. Конечно, конечно, да. Слышим-то мы вот так. Вот это вот суть двойного послания. Как бы в жизни мы все равно будем с этим сталкиваться. Но имейте в виду, что иногда некоторые вещи мы делаем абсолютно автоматически, не думая. И так как мы педагоги, да, психологи, то мы взрослые люди. Ребенок может не думать, у него есть это право. А вот у нас уже этого права как будто бы нет. Поэтому надо быть самому в ресурсе, чтобы отслеживать, что я делаю, да, и что я говорю. И потом не обижаться, когда у нас ребенок реагирует как раз-таки на вторую часть и говорит, а смысл мне что-то делать? У меня же все равно руки не из того места растут. И не слышит совершенно первое. Другое действие. Сравнение. Ну, вот здесь тоже, да, набросайте огонечки, кого в детстве сравнивали, да, особенно в школе сравнивали, родители, педагоги сравнивали, именно с целью того, чтобы ты лучше учился, чтобы ты большего достиг. Вот посмотри, вот как у Маши получается. Вот посмотри, она может, а ты что, не можешь, что ли? Знакомая тема, да? Казалось бы, ну да, система нашего школьного обучения, да, вообще система обучения, она построена на оценках, она построена на том, что мы сравниваем, мы стараемся стимулировать на то, чтобы ты развивался, ну как бы развивать соревновательный дух. А получается все с точностью наоборот. Мы можем сравнивать ребенка только с самим ребенком, только с тем, кем он был до, допустим, в пункте А, и тем, каким он стал в пункте Б, в другой точке. Но получается, что сравниваем-то мы еще и не просто так один на один, а сравниваем еще и в коллективе. То есть, когда мы обращаем внимание, что кто-то делает что-то лучше, чем кто-то другой, я просто хочу на этом акцент сделать, имейте в виду, это является одной из причин для буллинга в школе или для буллинга в группе. Тогда учитель, например, да, педагог, он еще и маркирует ребенка. Он говорит, вот, посмотрите-ка на Машеньку, вот видите, какая Маша молодец, вот у Маши всегда все хорошо получается, учитесь у нее, ребята. Прекрасно, все, Машу замаркировали, и Маша теперь у нас становится не лидером, как бы казалось бы, да, а она становится мишенью для других одноклассников, и делает это сам педагог. Сравнение вместо вот этой вот желаемой стимуляции, я не говорю, что педагог делает это специально, да, чаще всего это получается неосознанно, но
когда он так делает, вместо желаемого рвения к учебе или к достижениям, получается наоборот, что то, что делаю я, оно не имеет значения. Есть тот, кто лучше. Так зачем мне пытаться сейчас перегонять того, кто лучше? Тоже давайте посмотрим на ситуацию. Мальчик, да, очень аккуратный мальчик. В его тетрадках всегда порядок, почти нет исправлений. То, что нужно закрасить, закрашено. Прям там, где нужно, закрашено, где нужно обвести, обведено. А вот у Кати, допустим, у девочки того же возраста, другая ситуация. Она торопится, она много исправляет, она стирает написанное так сильно, что получаются дырки. Но она старается. И педагог сравнивает детей. Вот Слава мальчик, а его тетрадки намного чище, чем Катя. Катя, ну ты же девочка. Девочке стыдно быть грязной. Вот это мне вообще фраза очень нравится. Ну что ты кричишь, допустим, мне в свое время говорили. Оля, ну не кричи, ну ты же девочка. Ну зачем ты злишься? Ну это же так некрасиво. И что я запоминаю на всю жизнь? Так, злиться нельзя, значит, я не девочка. То есть, когда я злюсь, я перестаю быть тем, кем я есть. Это очень травматично. Вот посмотри на Машу. Она-то может. Почему бы тебе не поучиться у нее? Тоже дурацкое совершенно сравнение, которое никак не стимулирует меня. И я буду смотреть на Машу, обязательно буду, но совсем с другой целью. Я буду стараться найти у Маши косяки, принести их, например, маме или своему педагогу и показать, а вот посмотри-ка, где Машенька-то тут, а вот не такая-то она хорошая. Ну, еще одна, да, ситуация-то, ну, надо же, как ты красиво нарисовала. А вот посмотри, а у Настеньки-то линии поровнее будут. И опять, я не слышу вот эту первую фразу, когда ты говоришь, что я красиво нарисовала. Я не слышу, когда вы говорите, что у меня получается. Я слышу, есть, что у меня не получается, а вот у кого-то получается. Другое действие, вот мы к нему как бы так уже подкрались, да, мы подошли, это стигматизация, да, или маркирование, или клеймение, да, которое есть, которое очень часто присутствует вообще в нашей жизни, в нашей профессиональной деятельности. Стигматизация – это процесс навешивания ярлыков, когда вот на лоб, да, мне клеют какую-то открытку, да, на которой написано «хулиган», «отличница», «молчун», «задира», ну и много-много-много другое, да. И при этом, когда на меня наклеивают этот ярлык, то сначала, конечно же, я сопротивляюсь, я начинаю возмущаться, я не так, я буду стараться, я в учебе буду стараться доказать, что это не то. Но приводит это к чему? К тому, что ты все равно не справишься. Ой, ну понятно же, ну конечно, но ты же хулиган, ну что с тебя взять? Или ты двоечник? Вот ты как ни крути, ты так двоечник. Так, ребята, объясните мне, тогда зачем мне смысл стараться, если я все равно остаюсь двоечником? Если вы каждый раз цветок будете называть ведром, то цветок поверит, что он ведро. Или если человека все время называть плохим человеком, то он рано или поздно смирится. Да, хорошо, раз я плохой, значит, я плохой. А все почему? А потому что у группы есть социальные ожидания. И мы находимся в процессе групповой динамики, поэтому я буду делать то, чего вы от меня ожидаете, даже если это плохое. Вот процесс стигматизации формируется еще в начальной школе, а потом закрепляется уже в подростковом возрасте. Начинается с разных кличек, оно и в детском садике тоже присутствует. И вот эти вот стигмы, они неумышленно фиксируются в процессе взаимодействия. Мы начинаем общаться с этим человеком, которого мы заикарили, скажем так, да, именно в контексте своих ожиданий. Я уже не смотрю на результат его труда, я смотрю уже на то, как я ожидаю. Вот сейчас тоже бы хотела от вас получить реакцию либо огонечком, либо плюсиком. Я еще раз говорю, да, невозможно, наверное, этого избежать в 100% случаев. Бывало ли так, что вы в своей работе сами, да, относились к ребенку в соответствии со своими ожиданиями, а не с его поступками? Ну, если как бы вы можете в этом признаться, если вам нормально. Было ли такое, что мы оценивали, да, вот, ну, ребенка по тому, что мы о нем думаем, или вот так, как он себя до этого показывал, а не вот в ситуации?
Да, вот у меня, например, тоже такое бывало, и потом это, конечно, неприятно, но тем не менее, это имеет место быть. Потому что когда ребенок ведет себя девиантно, ну, на протяжении длительного времени, то нашей психике проще его взять в какой-то, ну, не знаю, контекст, взять его в какой-то образ, и вот с этим образом мы его воспринимаем, чтобы каждый раз, да, ну, себе не создавать, опять же, каких-то личных лишних трудностей. И в процессе вот навешивания таких ярлыков индивид не, ну, уже в дальнейшем не обладает полноценными возможностями общаться с другими людьми. Почему? Потому что у него уже складываются такие паттерны поведения, которые характерны этому ярлыку. То есть зачем хулигану перестать быть хулиганом? Почему тому же самому молчуну нужно быть активистом? Он привыкает, он адаптируется, и он не развивает другие навыки. То есть тем самым мы сами сдерживаем и ограничиваем рост ребенка. Тоже ситуация. Посмотрите, пожалуйста, да? Вот одна из распространенных историй. Садись, три. Ну почему три? Я же хорошо ответила. Три и все. Ты просто не можешь знать на четыре. Или другая, да, история. Иванов, как же ты умудрился контрольную на 4 написать? Ну, я же готовился. Ты мне зубы давай не заговаривай, готовился. Я про тебя все знаю. Ты сидел с тем, кто у него-то списал. Нет, вы что, у нас же разные варианты. Ага, ну тогда у другого списал. Она как раз за тобой сидела. Да нет, я сам. Да перестань врать. Какой ты сам? Ты же двоечник беспросветный. Ты сам в состоянии ничего решить не можешь. Ну, здесь у нас, конечно, сразу педагог проехался не только вот по этому, да, но еще и по другим моментам. И противоречивые послания у нас здесь есть, и унижение здесь есть, что ты двоечник, что ты сам в состоянии ничего решить не можешь. И еще и обвинение ребенка в том, что он врет. Кто из вас сломал стул? Я знаю, кто. Это Ваня, конечно. А почему сразу я? Я не ломал. Это ты, не отпирайся. Ну почему я? Я не делала этого. Да потому что ты хулиган, и все об этом знают. Все, нет возможности оправдаться. И скажите мне, пожалуйста, вот в этой в третьей истории будет ли ребенок оправдываться? Или как, вот как ему себя повести для того, чтобы место в группе не потерять? На мой взгляд, продолжать быть хулиганом, это же всем известно. А зачем? Зачем мне как-то сейчас пытаться трансформировать мнение другого взрослого, если она уже все знает? Более того, дети ведь верят взрослым. Если ты так говоришь, значит, так оно и есть. Да, оправдываться бесполезно, это точно. Ну и вот пример из практики педагога. Были как-то в одной группе два ученика, да, Иванов, Петров, два Сережи. Один рассеянный троечник, другой способный отличник. Вот, ну, так их педагог определил. Вот это как раз-таки называется, да, замаркировал. Стигматизировал. Один троечник, а другой отличник. После собрания подходят родители одного из Сергеев. К тому моменту она не запомнила детей и путала их между собой. Вот тот, кто, получается, начала она общаться с родителями и хвалить Сергея отличника, а как оказалось, что с ней разговаривали родители Сергея троечника. И она рассказала, какой у них сын молодец, как он старается, как он хорошо учится, как у него все получается, и какие у него есть шансы. И дома они рассказали мальчику, и то, что учительница была им довольна, хвалила и называла способным учеником, и спустя какое-то время троечник стал хорошистом. А знакома такая история, да? Когда вот такая маркировка, наоборот, с преувеличением, дает ребенку шанс на рост? Конечно, знакома. Далее. Оскорбление и унижение личности ребенка. Ну, обратите внимание, я не стала сюда давать какие-то моменты, которые связаны, ну, допустим, с жестоким обращением, что само собой понятно, что детей бить нельзя, за волосы таскать тоже, карандашами в них кидать и указками тыкать. Взяла больше такие, ну, не самые распространенные, наверное, действия. Оскорбление и унижение. Ну, начнем с того, что оскорбление и унижение личности ребенка – это дело подсудное. Грамотные родители могут это квалифицировать и найти в этом состав преступления, написать в прокуратуру и привлечь к административной уголовной ответственности. Что мы здесь понимаем, да? Мы понимаем, не, может быть, даже не совсем явное такое оскорбление, которое видится.
И это умышленное унижение чести и достоинства. Оно может быть как в неприличной форме, а может быть как в очень завуалированной приличной форме. Это такая словесная унизительная оценка каких-то личных качеств человека, самого ребенка. Я бы сказала, это переход на личности. Мы, естественно, мы имеем право оценивать ребенка, мы и будем его оценивать. Как же без этого? Мы находимся в системе как бы, образования, у нас нет таких вариантов. Но мы оцениваем поступки, мы оцениваем действия, мы оцениваем результат, и мы не оцениваем личность. Сегодня ты написал работу на тройку, да? То есть вот сегодня твоя работа заслуживает только этой оценки. Но вы не говорите о том, что ты сегодня написал, как всегда, на три. Ну, конечно, что ж тебя ждать? Вот это уже идет унижение и оскорбление. Что относится к унижению личности ребенка? Какие моменты? Это использование ругательных выражений, подавление психического состояния, психологического состояния. Ненормативная лексика, обращенная в адрес несовершеннолетнего. Я знаю, что у нас некоторые педагоги могут ругаться матом на занятиях. Присутствие в речи прямых или косвенных угроз. Если ты еще раз так сделаешь, я тебе ноги вырву. Угроза? Угроза. Сравнение с другими детьми с одновременной обидной оценкой умственных или физических способностей. Высмеивание физических недостатков. Это вот как в предыдущих примерах было. Ну да, конечно, что от тебя ждать, да? Ты же неуч. Или руки у тебя растут вообще не с того места. Физическое воздействие в форме подзатыльников, пощечин. Ну, здесь как раз-таки могут различные быть тычки, да. Я уже не буду говорить про побои, прям про нанесение какого-то такого физического ущерба. А, казалось бы, да, шлепки, возможно. Оскорбительное сравнение с неодушевленными предметами или животными. Ты знаешь, уровень твоего интеллектуального развития, ну, не больше вот этой табуретки. Унизительно это слышать. Вот вам, как взрослым. Или, например, слушай, ты постоянно жуешь, как корова. Неприятно? Или, в принципе, все равно? Или вы не видите в этом ничего такого? Нарушение личного пространства, прикосновение к телу, к одежде, при этом не обязательно, да, носящий какой-то сексуальный подтекст, а просто неприятный ребенку. Нарушение личного пространства. Смотрите, что это может быть. То есть педагог берет и вышвыривает ребенка за шкирку из, ну, из класса, да, или, например, даже берет его под локоть и тащит его к двери. Вот вы не можете так делать. Прикасаться к телу, когда вы хотите его, не знаю, подвинуть, там, оттолкнуть, еще что-то подобное. Обычно мы всегда спрашиваем, позволишь или можно, да? Вот, то есть вы спросили разрешение. Нарушение пространства вы берете и говорите, да, ну-ка давай-ка вытряхни все свои вещи из рюкзака. Чем ты там сидишь, занимаешься? Ну давай покажи всем, что у тебя там лежит. Вот это уже оскорбление, унижение личности ребенка. Ситуация. Да, мы не имеем права, конечно, это унижение личности, но давайте скажем честно, люди бывают разные, ситуации бывают разные, эмоциональные состояния у педагога бывают разные. И это факт, такие моменты есть. Я сейчас не буду переходить на формат того, что у кого-то высокая квалификация, у кого-то низкая квалификация, по-разному. Ну, мы должны понимать, что это не входит никак в рамки наших профессиональных компетенций. Мы как взрослые, даже не как педагоги, а мы в первую очередь как взрослые люди не можем себе этого позволить. Потому что то, что мы делаем, мы, знаете, мы на чистом, ну не на чистом листе, то есть мы пишем историю, да, мы вносим вот в эту историю свои точки, свои запятые, свои какие-то слова, которые потом становятся частью человека. Учитель дает задание нарисовать картинку, как я провел лето. В момент подведения итогов кого-то хвалит, а кому-то говорит, ну что так неаккуратно, а что за люди-то у тебя вообще, ничего, в воздухе летают, или у них ноги оторвались, они вообще куда смотрят? И вообще тут вообще ничего не понятно, особенно по сравнению с другими детьми. Унизили. Неприятно. Учительница могла спокойно сказать ученику, который получил двойку, что он дебил. Вот вы знаете, я могу тоже сказать, честно, из своей, ну как бы, своего опыта школьного, да, у меня был такой педагог, который, когда заводился, да, он кричал, да вы дебилы,
Да вас вообще, вы жертвы аборта, да вас вообще надо обратно засунуть, да кому вы что можете сделать, да у вас ничего не получится в жизни, да вам только дворниками работать. И весь класс при этом, да, ну те, кто все-таки выходцы из таких семей, где это было принято, они смеялись. А вот другие, особенно на первой парте сидящие, отличники, да, они вот так вот назад, вот такими большими глазами, и вот даже было видно, как у них волосы на голове шевелятся. А после этого не приходили в школу на следующий день. Или, например, перестали заниматься этим предметом, стали нанимать репетиторов, чтобы подтянуть знания, да, то есть им не хотелось ходить вот туда. Когда вы ничего не добьетесь, вас даже дворниками работать не возьмут, вы худший класс, там, ты все равно не справишься, да что бы ты ни сделал, потому что ты тупой, идиот, ну это уже прям вот оскорбление. Да, вы ужасаетесь, что таких педагогов не должно быть в школе, но да, давайте будем стараться, чтобы таких педагогов не было. И, конечно, я согласна, что нет в школе психологической поддержки для учителей, и она им тоже нужна, она им в первую очередь нужна. Это само собой. Потому что когда педагог в ресурсе, то таких ситуаций не будет. Как поступать со стороны родителей в таких ситуациях? То есть когда так родители себя ведут, а поступать как взрослые? То есть мы что мы делаем? Когда на вас кричит, например, родитель ребенка, который говорит, да вы вообще тупая, да вы что там 5 классов окончили, да вас вообще к детям подпускать не надо. Вы делаете строгое лицо и глаза и говорите, уважаемая там Татьяна Петровна, вы знаете, я в таком тоне с вами разговор продолжать не буду. Разворачиваетесь и уходите. Не надо вступать в перепалки, не надо ничего доказывать. Даже вот эта фраза, она переводит вас в позицию взрослого, обескураживает вашего оппонента. Да? И то есть она может дальше кричать, вы на себя уже ничего не берете, вы вышли из контакта. Потому что в таком формате у вас есть только один шанс, перейти на его же уровень. Он вас не услышит, пока вы на него не наорете точно так же. Вы будете ему объяснять, но он ведь уже убежден в своей позиции. Он же взрослый человек, это не ребенок. Он будет продолжать вас гнуть. Поэтому ваша задача, если такой контакт есть, выйти, да? Прекратить этот контакт. Пусть он будет на ваших условиях. Ну, естественно, оставаясь в рамках ваших компетенций, да, не естественно, не там, где вы там захлопнули дверь у него перед носом и идите отсюда вон. Другая форма, да, игнорирование или по-другому гостинг. Вот тоже мне очень хочется с вами прям поговорить бы на эту тему, да. Сталкивались ли вы с таким, когда ваши взрослые, может быть, родители, а может быть, педагоги, мне прям интересно, особенно, когда педагоги это делают, перестают замечать ребенка. То есть сделал ребенок что-то, допустим, не убрался в классе или не выполнил там, работу, которую взял дополнительно, и учитель ему говорит, ты знаешь, ты меня разочаровал, и уходит из контакта, и больше не общается с ним, игнорирует его. Он тянет руки, он готовится, он подходит, он что-то спрашивает, а учитель, знаете, так, может отвечать, но эмоционально очень холодно и отстраненно. Вы считаете это насилие? Тоже поставьте плюсики, если вы считаете это насилием. Если нет, тогда минус. Да, прям большими буквами, да. Угу. Каково это ощущать, когда тебя игнорирует тот, кто для тебя значим? На самом деле, вот такая форма психологического игнорирования очень жуткая. Потому что вот такая форма, это форма психологического насилия. Да? Игнорирование ребенка – это психологическое насилие. Взрослый так наказывает. Когда он его не замечает, и он разрывает контакт, то ребенок слышит здесь только одно. Я больше с тобой не разговариваю. Ты мне больше не интересен. Ты мне больше не нужен. Ты не такой, как я хотел, а поэтому, ну, как бы, я не удостою тебя своим вниманием. А дети, чем младше, тем для них это более, это прям очень суровая травма. Потому что чем младше ребенок, тем тяжелее ему вынести этот игнор. Они готовы прийти на все, что угодно, особенно 3 года, 5 лет, да, 6 лет, вот, даже еще в младшей школе, 7-8.
Они будут бегать за вами хвостиком, говорит, ну что мне сделать, ну простите меня, ну я не хотел, ну вот так получилось, или еще что-то подобное. И заметьте, вот он-то как раз-таки идет на контакт, он пытается установить его, а педагог в этот момент холоден. Ну, сказать о том, что не надо так делать, да, это жестоко, это очень жестоко. И опять же, когда я на самом деле работаю в университете, я в университете сталкивалась с таким от педагогов, которые работают со студентами. И на своем собственном опыте, то есть ко мне было такое отношение. Мало того, что это жутко неприятно, так это еще и непонятно. Сразу возникает вопрос, а чего же я такого жестокого сделал, что ко мне сейчас так относятся? И знаете, я что скажу? Вот момент, когда проходит первичная обида, когда ты выходишь вот из этой ситуации непонятности, хочется дать глаз агрессору. Хочется очень агрессивно ответить. Хочется, ах так, ладно, ладно, тогда я сделаю что-то, чтобы ты меня заметил. И если педагог использует игнорирование как форму наказания, то он получит совершенно противоположный эффект. Тоже обратите внимание, вот ситуация, да? Ребенок залазит под парту во время урока. Учительница, то есть он ее задрал, все, надоел. Она его игнорирует. То есть я не буду тратить свои ресурсы, я не буду обращать на него внимание. Что делает ребенок? Я найду способ привлечь твое внимание. Я парту подниму, я стул уроню, но я сделаю так, чтобы ты меня заметила. И обратите внимание, вот в такой истории учительница обратит на него внимание, потому что он всем портит урок. А ребенок получит классный способ привлечения внимания. Зачем мне тогда как-то по-другому устанавливать контакты, когда я могу сделать это так? И это может стать достаточно устойчивым поведением. Тоже можете посмотреть ситуацию, когда учитель игнорировал ученика. То есть тоже одна из историй. Ребенок готовится, выходит, неправильно, как говорится, правильно написала, нашла две ошибки, все. И начинает позорить. Как ты так? Ты ленивый человек, все, что не говори, вот все равно, все оно вот все равно, как об стенку горох. И в дальнейшем продолжает, ну что, ты меня не любишь, да? А я тоже тебя не уважаю, так говорит учитель. И когда ребенок переходит в другую группу, все нормально, он учится, все хорошо. И вот с этого года снова у того же учителя, но теперь его наказание – это полный игнор. Просто игнорирует. И у ребенка понятно, а мне что делать, как мне учиться, как мне получать одобрение. Для того, чтобы у нас был успех в школе, для того, чтобы нам хотелось чем-то заниматься, нам обязательно нужна ситуация успеха. Если мы будем все время замечать только косяки или только то, что не получилось, тогда мы это и закрепляем. Вот на что мы обращаем внимание, то мы и получаем. И еще один такой момент. Кивок в сторону семьи. Что значит кивок в сторону семьи? Это ситуация, когда педагог высказывается о ребенке, о его личностных особенностях, ссылаясь на его ситуацию семейную. То есть говоря как будто бы про него, но про всю его семью. Или судят о нем по уровню его семьи. А, ну да, все с тобой понятно. Ну конечно, что хотеть-то, какой отец, такой сын. Вот попробуйте тоже отследить. Вам приятно, неприятно? Тоже набросайте реакции. Вот я просто прочитаю, а вы вот как вам это слышится? А вашему ребенку не следовало бы дружить с Машей. Это, кстати, ситуация педагога, когда педагог обращается к родительнице, говорит, вы знаете, вот ваша девочка, она стала дружить с Машей. Ну вот я бы вам очень не рекомендовала, вы же понимаете, у нее семья неблагополучна, а там ничего хорошего нет, на вашем ребенке это не очень хорошо скажется. Да, конечно, папа, про папу он заговорил. Отец-то у тебя алкоголик, тоже мне достойный пример для подражания. Ну и что? Ну что с него взять? Ну зачем вы на него обращаете внимание? Вы видели, кто у него родители? Психологический буллинг. Да, тут много-много всяких нюансов. Хотя казалось бы, да, вот вы сейчас ты кошмар, да, там такие смайлики бросаете, но... Мне бы хотелось сказать о том, что это на самом деле встречается гораздо чаще, чем вы думаете. И обесценивание, да, еще один вот такой вот механизм. С одной стороны, обесценивание – это ну, тоже нужный нам механизм. Мы должны снизить значимость каких-то событий, чтобы нам не было больно.
Но в данном случае мы говорим про обесценивание, это как самоутверждение педагога. Я обесцениваю тебя для того, чтобы возвысить себя. Оно может быть абсолютно разным. Обесценивание – это не только, когда я не заметил, там, допустим, значимости твоей, да, и твоих вложений, включений, но я это еще делаю для того, что мне самому это неприятно. Но это тоже может быть как маркирование. Я обесцениваю тебя, потому что считаю, что ты, простите меня за мой французский, дебил, и на большее ты не способен. Поэтому я буду занижать тебе оценку, чтобы оправдать свои собственные ожидания. Тоже примеры. Вот дурачок, ну ты бестолочь просто. Вы знаете, иногда это бывает в очень шутливой форме. То есть, ой, ну надо же, ну ты что глупенькая совсем, ну надо же, какая милая дурочка. Приятно? Вообще нет. А мог бы и лучше сделать. Вот с этой фразой вот я, например, участвовалась постоянно. Да, прикольно. А мог бы и лучше сделать. Это тоже звучит вроде бы как бы, ну давай, развивайся, стимулируйся, у тебя получится. А звучит совсем, а воспринимается совсем по-другому. Или ты еще слишком маленький. Ой, ты еще слишком наивный, чтобы рассуждать об этих вещах. А тебя что, кто-то спрашивал? Ты, твое место где? Или часто тоже в советской школе, по крайней мере, ты слышала, что ты еще кто? Ты еще пока никто, и звать тебя никак. Вот когда вырастешь, тогда и поговорим. Разве это повод гордиться? Ну, вот если бы ты одержал победу на Всероссийской Олимпиаде, тогда бы... Сколько можно ныть? Не ной, не реви, не кричи, не бегай, не прыгай. Вот, да, Нина, конечно, у меня тоже злость возникает, естественно. Почему ты должен это делать? Да потому что я так сказала. Ну ты даешь, это же надо до такого додуматься. Вот если эту фразу сказать в другом контексте, ну ты даешь, блин, надо же было до такого додуматься, а? То есть, как бы, о, восхищение тут, ну надо же было до этого додуматься, а тут уже презрение есть. Ты мне давай про это не начинай разговаривать, ты сначала со своими оценками в школе разберись, а там посмотрим. Ничего нельзя, а что же можно, вообще можно. Это интересно к чему? Я вам это показываю для того, чтобы вы понимали, какие моменты существуют, да, из того, что есть. Мы какие-то вещи, может быть, делаем тоже автоматически. Еще раз говорю, мы все живые люди, мы можем ошибаться. Педагог – очень сложная профессия. Неизбежно эмоциональное выгорание, неизбежно профессиональная деформация. Но наша задача – это пример из серии, чего не должно быть, мы педагоги. Да, наверное так. Это пример из этой серии. И как мы можем поддержать? Вот мы сейчас будем с вами заканчивать, да, и если у вас есть какие-то прям такие острые, животрепещущие вопросы, да, четверка, ой, вот это вообще мое любимое. Ты получил четверку, там, я не знаю, по геометрии, хотя у тебя по геометрии, ну, вообще слабенько, да, так, то есть всегда были тройки, тут четверку, а почему не пять? А что, на 5 не смогла, что ли? Вот это очень унизительно. Какие могут быть техники поддержки? Вот я просто перечислила, да, волшебный стул, безопасное место. Я не умею делать это, зато. И терапевтическая сказка. А волшебный стул, я думаю, что вы все знакомы с этим, да, мы можем делать это в группе, когда у нас есть волшебный стул, и человек, который на него садится, ребенка мы сажаем, мы говорим ему только приятность. Только приятность. Это реабилитирует, это дает ресурс и поднимает самооценку. Безопасное место. Вы можете сделать это прямо здесь и прямо сейчас. То есть безопасное место – это найти тот уголочек, взять пледик, любимые игрушки, взять одеялко, спрятаться в домик, и не выходить вот до тех пор, пока мне не станет спокойно. Как только мне станет спокойно, я смогу уже быть контактным, я смогу коммуницировать. Я обращаю ваше внимание, что вот такое безопасное место и для нас полезно. Если вы почувствовали, что вот что-то не так, как-то плохо, или вам как-то дискомфортно, тогда что вы делаете? Вы берете себе дома, делаете из одеял, из подушек, гнездышко, не знаю, шалашек, берете с собой вкусный кофе,
пончики, плюшечки, включайте мультик и сидите в этом домике. И вы просто заметите, как вам станет хорошо, как вы поймете, что вы снова в ресурсе. Я не умею делать это, зато я не умею там решать сложные задачи, зато я умею стоять на голове. То есть момент, когда мы признаем, да, у меня что-то не получается, зато у меня есть что-то другое. И детям это очень нравится. Ну и терапевтическая сказка, история, рассказ – это момент, когда вы можете, допустим, ребенку, который не справляется, которому сложно, который не знает, да, как себя вести, не может справиться с ситуацией, вы можете рассказать одну интересную историю. Ты знаешь, вот я раньше дружила с девочкой, вот у нее было так-то так, да, она тоже у нее не получалось, а потом она начала делать вот так, а потом она начала делать вот так, а ты представляешь, а потом у нее получилось, а сейчас она помощник президента. И ребенок тогда, надо же, то есть такое бывает. Вот такие вот моменты. Ну что, коллеги, наше время с вами подошло к концу. Я оставляю контакты, если вам вдруг захочется пообщаться, да, возможно, обратиться за консультациями, то милости просим. Мне было очень интересно с вами. Мне очень радостно, что вы бросаете огонечки, что у вас есть отклики, что есть реакция, что есть вопросы. Действительно, я с вами согласна, тема очень животрепещущая. И к тому же, да, я прекрасно понимаю, что педагоги – это такие же люди. И нельзя воспринимать эту информацию только в контексте того, что вам только нельзя, да, и вот, а где же ваше можно? Ну, это просто другая уже тема, это уже про педагогов, да, как нам самим себя поддерживать. Спасибо вам огромное за работу, хорошего вам дня, прекрасной погоды, мира и души в сердце. Всего доброго!